Здравствуйте, дорогие друзья! Я Лашук Евгений Александрович, служащий в Доме офицеров Каспийской флотилии, заведующий методического кабинета. Предлагаю вашему вниманию видеовыставку одной картины «Отстоим Севастополь», художник Василий Нестеренко. Оборона Севастополя явилась главным событием Крымской или Восточной войны, оставив глубокий след в судьбах России и Европы. По количеству жертв, по обилию задействованных ресурсов, по числу стран, принявших прямое или косвенное участие в военном противостоянии, по планам глобального передела границ в Европе и Азии, Крымскую войну можно смело назвать предвестницей мировых войн 20 века. Россия последовательно отстаивала свои интересы во внешних и внутренних делах, мешала своим соседям. Франция, забыв 1812 год, фактически спровоцировала новую войну, добившись у властей Турции отмены права России на приоритет в святых местах. Традиционно покровительствовавшая православному населению Османской империи, Россия теряла свои позиции на Ближнем Востоке. Согласно плану главы британского кабинета министров лорда Пальмерстона, Российская империя должна была лишиться многих территорий в Европе и Азии. Однако союзные войска потерпели неудачу, осаждая Архангельск и Кронштадт. Бесполезным оказался поход британской эскадры на Дальний Восток. В конечном итоге коалиция мировых держав сосредоточила свои усилия в Крыму, пытаясь овладеть Севастополем. Войска союзников существенно превосходила русскую армию по количеству и качеству вооружений. Парусный флот России, хотя и одержал славную победу в Синопском сражении, не мог противостоять паровым кораблям. Нарезного оружия и тяжелой артиллерии у русской армии было намного меньше, чем у неприятеля. Стратегические запасы пуль, пороха, ядер были израсходованы уже в первые месяцы обороны Севастополя. Вынужденная держать войска сразу на нескольких фронтах, Россия не могла выставить в Крыму достаточную по численности армию. Чем же объясняется, что военные успехи союзников ограничились лишь взятием Малахова кургана и части Севастополя? Все планы европейских стран и Турции по разделу России разбились о стойкость русских солдат и матросов, удержавших Севастополь в течение 349 дней. Огромные потери понесли русские войска. На редутах и бастионах города нашли свою смерть прославленные флотоводцы Корнилов и Истомин. Адмирал Нахимов был смертельно ранен штуцерной пулей при штурме Малахова кургана. Новая история не знала столь кровопролитной и долгой обороны города. Недаром Севастополь стали называть «Новой Троей». Вся Россия узнала имена героев Крымской войны, инженера Татлебина и матроса Кошки, хирурга Пирогова и сестры Милосердия Даши Севастопольской. Лев Толстой участвовал в обороне города, оставив в севастопольских рассказах картины жизни на бастионах осажденной крепости. Крымская война сохранилась в народной памяти. В одной из солдатских песен есть слова о том, что каждому гостю приготовлено по свинцовому ореху и чугунному арбузу. Эти строки могли бы стать своеобразным предупреждением для желающих посягать на интересы России. Работая над картиной «Отстоим Севастополь», Василий Нестеренко понимал всю важность и своевременность этой темы. Ему удалось создать произведение, сильно воздействующее на современного зрителя. Можно поверить в то, что именно так происходило отражение одного из штурмов. Изображая трагическую сцену смерти юного офицера, художник стремился привлечь внимание зрителя к бесчеловечной жестокости войны, не разбирающей жертв. Трудно забыть выражение лиц матросов-артиллеристов, полных спокойной решимости поразить врага, отстоять бастион, защитить Россию.